Приветствую, друзья, с вами Артур. У нас предпродажная проверочка игровой приставки Nintendo Wii. Это уже вторая моделька, то есть она в таком вот корпусе. Да, может, кто не видел. Моделька у нас RVL-201 евро, серийный номер HEF-150-595. Приставочку привезли из Германии. Есть кнопочка Synchronization для джойстиков, если подключать еще дополнительный блок питания, видеокабель и сенсор бар. И есть еще USB, ну и кулер сзади. В общем, такая вот у нас консолька. В комплекте идет у нас сама консоль, блок питания оригинальный, вот этот бар от Nintendo, я его положил пока что на телевизор, хотя мне кажется, что если он будет здесь как-то поудобнее, мне как-то чуть выше надо, чем привычно. Потом джойстик идет, второй джойстик, это нунчак джойстик называется, и вот такой вот адаптер NAS-карт, то есть с RCA. Здесь с другой стороны на кабеле RCA-шки, то есть кому-то можно на SCART подключить. Диски у нас отдельно в продаже. Я два диска взял для проверочки. Диски в комплект не входят. Для того, чтобы снять видосик, только взял. А только вот это вот и бар наверху. То есть консоль, блок, два джойстика, этот адаптер и бар. Батарейки тоже с джойстиков мы достаем, чтобы не окислились на всякий случай. В общем, когда будет игра, друзья, я перейду чуть-чуть на английский язык, чтобы два раза не снимать видеообзор игры, а сразу, скажем так, совмещу полезное с приятным. Джойстик у нас такой, в кадре, наверное, меня не будет видно. Так, поехали. Давайте этот тоже диск внутри. Олимпик пока заберу. Так. Погнали, я перейду на английский язык, друзья, потому что у нас еще есть видеообзор игр. Hello, guys. Today it's review Nintendo Wii. New model. A review game. Name, it's Germany name. Look. Okay, turn on. Book. Dragon 2. DreamWorks. Press A. The slot. Try going up and down. Okay, now try turning left and right. Yeah, now tail steer.
lose them, bud. Return options. Return. Okay guys, please like for this game, good luck, bye-bye. Так, друзья, ну что, как мы видим, все работает отлично. Единственное, я позицию джойстика вот так поставил, когда там было написано поставить боком. Я так что-то и подумал, что боком надо и нажал. Когда начинать, наверное, игру, надо его так поставить направленно и стартануть. В общем, консолька работает отлично. Давайте... еще вторую игру, да? Посмотрим вот эту с вами. Но я точно так же перейду на английский язык. А потом уже с видосиков смонтирую, еще глянем эту. В общем, дальше смотрим английский язык. Hello guys, today it's Nintendo Wii game disc Mario and Sonic Olympic game London. Look, disc. Book. Oh, sorry. Nice game. Okay, turn on console. Insert disk. Press A. Okay, wait. Okay, close. Wait, loading game. I like this joystick. Small distance. Oh, this is... Okay, game is loading. Play. Start. Yeah. Yeah, boy. Okay. Super Mario. Character Nintendo. Oh, London, nice. Big man. Thank you.
Please like for this video. Good luck. Bye-bye. Итак, на этом диске вообще там около 20 игр. Реально мега круто. Сейчас я так выйду с меню. Чтобы диск остановился, чтобы не крутился. В общем, друзья, консоль в отличном состоянии. Консоль привезли из Германии. Джойстик вообще, как вы видите, ля-ля. Несколько мелких царапин, а так все в отличном состоянии. Также и консоль. Этот, ну, здесь чуть-чуть больше царапинок. Возможно, он джойстик об консоль терся. Здесь такая матовая поверхность. И в одной коробке в пакете везли. Возможно, чуть затерся. А так консоль практически, ну, скажем так, если по пятибалльной системе, то на 4 с плюсом. Технически на пятерочку, а косметически на 4 с плюсом. То есть какие-то незначительные можно, ну не дефекты, а царапинки, какие-то пылюку найти можно. Ну, в общем, это не критично. Товар как-никак БУ и по очень адекватной цене в таком большом комплекте. То есть сразу и нюнчак, и редкая красная серия. В общем, и это вторая версия Nintendo Wii. В общем, диски у нас отдельно в продаже, комплект я уже в начале видео перечислял. В общем, кому интересно, покупаем. За видосик лайк. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.